Вы знаете программу «Судьба человека». Это проект, который из первых уст открывает судьбу и жизнь человека. Тех, кто сам о себе рассказывает. Далекие близкие – это судьба человека только в том случае, когда человека уже нет с нами. Далекие близкие – это судьба тех, кого уже нет с нами. Но судьба их может нас многому научить. Мы всматриваемся только уже через... Мы не можем получить это из первых уст, но мы через их родных, близких, знакомых, коллег. Мы всматриваемся и по крупицам восстанавливаем истории их судеб. И рисуем подлинный портрет и этих людей. С этим большая проблема, потому что их уже нет, а за годы их жизни их возвели в статус тех, кого называли всегда у нас кумирами, и слишком много позолоты на идолах. Очень важно, чтобы мы увидели действительно живых людей, подлинных, какими они были на самом деле. Это часть журналистской природы. Я убежден, что в эту профессию стоит идти только с одним мотивом. Если тебе интересен другой человек. Все остальное – это гарнир. Можно уметь писать, можно уметь говорить, можно быть… Это как бы прилагательное к этому главному мотиву, почему заниматься этой профессией. Мне интересен этот другой человек, жизнь других. А вместе с ней есть вообще устройство всего, потому что понимаешь, как устроен человек, поймешь, как устроен мир, цивилизация, смысл всего, что с тобой самим происходит. Поэтому именно этот жанр, да, вот именно такой очень открытый, очень честный, очень прямой разговор с человеком о его судьбе, для меня это какое-то самое зерно журналистской профессии. Поражают истории упущенных возможностей. Это страшно, но это есть почти в каждой судьбе. Это то, когда человек понимает вдруг в какой-то момент, что уже слишком поздно для этого. Как Мария Аронова в одной из первых наших программ сказала, если бы я могла сегодня услышать свою маму, которая мне говорит, побудь со мной, я бы не просто побыла, а побыла бы втрое больше того, чего она меня просит. Вот такое есть в каждой судьбе. Я нахожу этот закон в каждой судьбе. Самое страшное, что может быть в судьбе, и вообще в жизни человека, это когда слишком поздно. Мы все наступаем на одни и те же грабли, и я в том числе. Я вижу это в конце, на исходе каждой жизни, каждой судьбы, которая открывается в программе «Судьба человека», что поздно. Это поражает. Не то чтобы тяжело, очень хочется, всегда говоришь себе, вот будет это тем семенем, которое там в меня упало, и которое даст свой росток, которое не склюют там вороны, суеты и так далее. Я пытаюсь всякий раз это на себя, честно говоря, принести, тем, чтобы это не было зря. Это иногда очень тяжело воспринимать. Вот недавно не стало Романа Карцева. Мы пересматривали в эфире программу с ним «Судьба человека», где он рассказывал о том, как ушли его мама с папой. Один за другим, практически в один месяц это одна и та же болезнь. Это тяжело воспринимать. Но в этом есть какой-то удивительный закон жизни и судьбы. Я всякий раз в программе пытаюсь его вывести. А есть какой-то универсальный закон для всех судеб? Вот что это за закон? Ну, условно говоря, за добро добром, там, да, сделал зло, заплатишь. Ну вот за какие ошибки ты платишь? Да? Я пытаюсь всегда вывести этот закон. Вот есть в судьбах или нет? Он есть.